Шоу «Цирк зажигает огни» уже в эту субботу представит Брянску легенда циркового искусства Юрий Мерденов. Народный артист России в своей программе собрал настоящих профессионалов. Наталья Якубова занимается дрессировкой обезьян больше 30 лет. Зрителям ее питомцы представят шуточную пародию на цирковые жанры. Макаки выступят в роли канатоходцев, эквилибристов и других артистов манежа. Визитной карточкой номера является джигитовка на пони. То есть у меня еще есть три пони и две больших собаки. Мои обезьяны исполняют трюки джигитовки, которые исполняют настоящие джигиты на лошадях. Юрий Мерденов, один из основоположников советской цирковой джигитовки, представит удивительный конный аттракцион «Кубанские казаки», с успехом гастролировавший по всему миру. Также гостей цирка ждут пластичные эквилибристы и уникальный воздушный номер «Миллениум». Семь артистов исполнят головокружительные трюки на высоте 15 метров. Почти до 3 секунд человек будет в воздухе и в свободном полете. Без каких-либо страховок, только сетка внизу. Это сенсация просто. Просто сенсация, вы сами увидите. Народ будет кричать, кричать и кричать «Браво!». Какое представление без клоуна? Игнат Старичихин выступает под псевдонимом Игги. Его персонаж – маленький мальчик, пытающийся по стопам отца покорить цирковой Олимп. В арсенале смешные трюки и веселые игры со зрителями. Премьера представления «Цирк зажигает огни» пройдет уже в эту субботу, 26 октября. В дни школьных каникул приобрести билеты можно по цене от 600 рублей. Валерия Бурносова, Дмитрий Белов. События, Брянск.